Фобос, видишь его? Да ладно вам ехать, сейчас поедем ко мне. Ну. Выпьем, отметим возвращение, я вас с невестой познакомлю. Такая девочка хорошая. О, я вот этого и боюсь. Чего? Ты же знаешь, наш герой от самого гудермеса мечтает медалькой перед папой похвастаться. Хватит, хватит, все, это моя заслуженная. Твоя, твоя, никто не спорит. Никто не спорит. Давай через неделю, наверное, да? Давай, все, я буду ждать. Ты смотри, ты не потерял адрес, Ромео? Нет. Что, потерял? Вот. А, молоток, молоток. Ну ладно, давай, смотри, как надумаешь. Да, Ваша, пойдем, наша, наша, наша. Идем. Слушай, что ты полируешь-то все время, а? А чтобы глаза ослепило. Здрасте. Дурил ты был. Отцу важно, что ты живой вернулся и здоровый. Не, не скажи, ведь вот эта вот медаль, это вроде как признание его отцовских заслуг. Сын орденоносец, это не сын, раздолбай. Понял. Это что такое? Опаньки. Хотели тебя дождаться, но сказали, ты в больнице. В госпитале. Как он умер? Милиция сказала, сердце. О, больше какое. На каком кладбище похоронили? Ну, на Котляковском. Участок 55А. Все устроил его знакомый, такой представительный. Ой, поминки сделал. Все как положено. Понятно. Я понял. Борис Михайлович, мы этот участок
Вглубь на 2 метра весь пропахали. Квартиру обыскали, автосервис тоже. Ничего не. Это я понял. Доложил уже этот твой. Дальше что? А если он товар скинуть успел, может, концы поискать? Игорек, ты всерьез думаешь, что если бы мой товар всплыл на рынке, я бы ничего об этом не знал? Может, сына его потрясти? Антона? Он же вроде в армии. Приехал 2 часа назад. Только не вздумай сказать, что он уже был в автосервисе. Да нет, он на кладбище поехал. Я ребятам сказал, чтобы они проследили, если что, они позвонят. Проверь автосервис еще разок. Больше товару быть негде. Борис Михайлович, мои парни, они в этом автосервисе каждый уголок, закуток, все обшмонали, ничего нету. Слышал такую поговорку: сила есть, ума не надо. Так вот, это про твоих бойцов. Ни ума у них, ни фантазии. В отличие от Лёвы, царствие небесное. Знаешь что? Подключай-ка ты спецов наших. Зря, что ли, мы им деньги платим. Хорошо, Борис Михайлович. Я позвоню. Поймешь, это же бетон. Хотел меня видеть. Ну что, видишь? Доволен? Да. Хорош, пошли. Отстань от меня. Ты понимаешь, я ломанулся. Я ломанулся за Палычем под пули, да? Просто ломанулся, ну, дурак, потому что хотел же доказать, что крутой же вроде стал. Если бы я не попал в госпиталь, я бы 2 недели назад был бы здесь уже, и отец был бы жив. Да. Понял меня, нет? Да хорош не хлебать. Пошли. Вставай, еще раз кис как. Я виноват, моя вина. Вить, если бы я был здесь, он бы сейчас здесь не лежал. Уха. Понял? Не дури. Ты здесь совсем ни при чем.
Твой друг прав, Антон. Ты здесь действительно ни при чем. Здрасте, дядь Борь. Здравствуй, Антон. Вы, если не путаю, Виктор из соседнего дома. Не путайте, Виктор. Я вас сейчас увидел. Вы заходили к Варкадьевичу. Да. Жаль Лёву. Таких друзей поискать. Что, давайте. Виктор, может, мы подождем у ворот, дадим парню с отцом попрощаться. Спасибо, дядь Борь. Соседи ваши где, не знаете? Да в сервис, поди, пошли, там их ищите. А? Адрес-то какой? Улица Альпийская, дом 38. Ты уже подумал, чем займешься на гражданке? Да мы решили клуб открыть. Я-то по музыке, а Витька он по безопасности. Ну, поговоришь. Что ж, занятно. Если составите приличный бизнес-план, могу помочь вам получить суду. Спасибо, дядя Боря. Да мы и сами как-нибудь справимся. Ну, сами так сами. В любом случае, достойно уважения. Только хочу тебя предупредить, если рассчитываете на банк, скорее всего, ничего не выйдет. Да нет. Просто соседка, ну, тетя Галя Терехова, она мне сказала, что отец, он купил какой-то автосервис. Оба? Ну да, или шиномонтаж. И дала мне запасные ключи. И если что, я его продам. Не знал, что Лёва занимался автосервисом. Ну а почему нет? И у вас же тоже автосервис. А ты не возражаешь, если мы как-нибудь заглянем в этот шиномонтаж? Можно.
Ау! Есть другое! Есть кто-то! Руки в гору и три шага вперед. На монтаж. Чего смешного? Извини. Можно зайти внутрь? Да ради бога. Давай, товарищ! Стойте! Стоять! Стоять! Эй, тихо, мужики! Братцы! Сказал. Стёпа, а ты-то что тут делаешь, а? Я в гости приехал, а тут какие-то гопники вообще. Кто тут гопники? Ты что, убьёшь? А вы кто такие, а? Кто такие, я спрашиваю? Я вообще-то хозяин этого автосервиса. А он мой друг и сослуживец. Хозяин? А документы у тебя есть, хозяин? Есть, вот здесь, в этом кармане. Давай сюда. Медленно. Ты что протягиваешь? На автосервис документы, я тебе сказал. Дома? Дома? Дома. Здравствуйте. Здрасте. Я могу подтвердить, что этот юноша действительно является владельцем автосервиса. А вот вы находитесь на частной территории. Насколько я понимаю, без ордера. Да в этом, прости меня, господи, автосервисе. 3 дня в неделю пьяные драки, еще 3 дня поножовщина. А на 7-й день труп с передозом. Можно график составлять. Самая криминогенная точка. Это же не дает вам права человеку руки заламывать. Верно? У него же не написано на лбу, что он хороший человек. Тем более он первый начал, прыгнул как. Ну, в общем так. Если к утру у меня документов на автосервис не будет, я снесу эту халабуду такой-то матери. Всем все ясно? Очень хорошо, что всем все ясно. Пошли. А ты, боец, друзьям спасибо скажи. Еще бы пару секунд, и в башке скворечник был, понял? Тихо, Вот это мне надо все. Да не загоняйся ты, Тох. Дядя Боря обещал помочь. Конечно. А потом он сказал, что у нас при желании и Кремль можно снести. Только зачем вот эти все заморочки? Надо продавать эту богадельню. Ты сперва найди того, кто эту богадельню захочет купить. Я захочу. Опаньки. Да, это я. Нашли что-нибудь? Нашли. Ничего, завтра подгоним экскаватор. Биток таджиков сломами, они там за час все раскрутят. По-другому никак. А как по-другому? Там бетон напичканный арматурой. Там даже металлодетектор не поможет. Ладно, работайте. А, только, Борис Михайлович, надо бы доплатить. Дело такое. Если ребята потом жаловаться побегут, могут возникнуть неприятности. Не пойдут, не волнуйся. Насчет доплаты
Найдете товар, тогда поговорим. Хорошо, договорились. Козел. Сволочь. То. Я захочу, только мне, понимаешь, надо в кредит на полгода. Вот единственное. Стоп, бойцы. Стёп. Да. Ты хотя бы приблизительно себе представляешь, сколько это стоит? Ну, приблизительно. Дело не в этом. У меня квартира есть, она мне сейчас не нужна. Я продам квартиру. Уверен? Да. Смотри, тебе решать. Я уже все решил. Ты продаешь? Конечно. Стёп, надо найти сначала документы. Ну? А то завтра налетят, и продавать будет нечего. Топ, ну найди документы. Этот вопрос отпал сам собой. Опа! Давай думай. Может, это ничего место? Какое другое? Мы под кроватью посмотрели. Витя, что делать надо? Что делать? Спокойно. Во-первых, не паниковать. Может, тот мужик лажу прогнал? Может, они не приедут завтра? Так. Давай так. Утро вечером будет. Браток, у тебя есть телефон? Дай на минуту. Сейчас верну. Спасибо, браток. А это, слышь, ты больше не заводи, а то ступлю. Постой. Ты вот что, если надо что, попроси плюски. А болтовать с кем-то другим больше. Я и покруче народ иду. Да ладно, я пошутил. Что вы здесь делаете? Живу я здесь. Вы что, бомж? Почему бомж? Вот мой дом. Так, вызывайте наряд, и пусть этого героя везут в отделение. И там с ним разбираются. Надо было гражданку надеть. Да зачем? Затем. Не остановится никто. Солдат вечно денег нет. Черт. Сейчас что-нибудь придумаем. Погоди. Ох! Так, в чем дело? Вы кто такой? Так, ну-ка, немедленно покиньте машину. А девушка, а вы же из этого подъезда, да? Я Антон Кольцов из 32-й квартиры. Сын Льва Аркадьевича. И что вам нужно, Антон Кольцов, из 32-й квартиры? Девушка, вопрос жизни и смерти. Отвезите нас на Альпийскую. А я вам за это полку повешу или кран починю. Какой кран? Ну, который когда-нибудь обязательно потечет. Девушка, помогите, а, пожалуйста. Девушка, пожалуйста. Спасибо. Этот молодой человек тоже с вами? Ага, с нами. Успей не задержать.
давай приступай. Ты чего, оглох? Начинай с носки, я говорю. А если там внутри еще кто есть? Да. Да нет там никого. Приступай. Под мою ответственность. Все вы на словах ответственны. Вы составьте акт, что помещение свободно. И подпись. Вот и будет ваша ответственность. Пиши, пиши. Давай, пиши его, эту расписку. Пиши, пиши, давай. Алло. А вот и ты, спаситель наш. Я тронут. Вот такой пассаж. Спасибо, соседка. А можно узнать имя спасительницы? Дина Забродина. И лучше на вы. Понял, не дурак. А я... Антон Кольцов из 32-й квартиры. Я уже слышала. А это мой друг. Виктор. Я же поняла. По-моему, это где-то здесь, да? Да, вот возле вот этого дома. Надеюсь, теперь все в порядке? Теперь да. Начинай. В чем дело? Договаривались вроде на вечер. Ты что-то попутал, браток? С тобой никто ни о чем не договаривался. Добрый день. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, а что здесь происходит? А вы, собственно, кто? А я, собственно, адвокат. И в данный момент представляю интересы семьи Кольцова. У нас здесь плановый снос. Что? Я так понимаю, судебного решения по изъятию собственности у вас нет. Зачем нам? Здание муниципальное. Вы ошибаетесь. Это здание приобретено в собственность 2 месяца назад Львом Аркадьевичем Кольцовым. И, согласно завещанию, переходит в собственность его сына, Антона Львовича. Если вы немедленно свернете работу и покинете участок, то конфликт можно будет считать исчерпанным. Подождите, у вас и подтверждающие документы есть? Разумеется. Пожалуйста. Свободен. Скажешь прорабу, я сам позвоню. Спасибо. Вы чудесный, отзывчивый человек. Ну что? Поехали. Ребят, свободны. Ты как, брат? Хорошо, что вы приехали. Только дорога здесь не кончилась. Пошли. Горячий финский парень, переоденешься. Против дамы. Я не понял. Вы в нашем подъезде или... Или. А, так это вы ко мне и ехали? А я дурак буду раскатывать. Машинку подарить? Да я и так справлюсь. Чудно. Так где мы можем поговорить? Слушаю. Борис Михайлович, ничего не вышло. Оказывается, ваш Лёва нанял адвокатессу. Забродин, вы ее знаете? Знаю. Что дальше? Ну вот, ребята приехали вместе с ней. Эта сука все испортила. Понял. Господи, с какими кретинами приходится работать. Паша, отвези меня в этот сервис, где вчера были. А вот скажи мне, Степ, такую вещь. Ну? Если Ваня реально этот сервис начали ломать, ты что, всерьез драку полезла? А ты не что? Там всего делов-то. Одному накатить сначала. Остальные бы разбежались. Уверен? Да. Ну что сейчас говорить об этом? Драки все равно не состоялось.
Официально вы вступаете в право наследования через полгода. При условии, если не найдется других наследников. Это хорошо. А что вы делаете сегодня вечером? Это не имеет к делу никакого отношения. Смотря к какому. А может, поужинаем вместе? Честь победы над завоевателем. Я не ужинаю с клиентами. У вас есть вопросы по завещанию? Всего один. Если я откажусь от ваших услуг, может, поужинаем? Это ваше. Всего хорошего. А телефончик не дадите? А если вопросы все-таки возникнут? Телефон и адрес на бланке. Прием по понедельникам, средам и пятницам с 9 до часа. Всего хорошего. О! Какая приятная неожиданность. Здравствуйте, Тина Альбертовна. До свидания, Борис Михайлович. Давний конфликт. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, Борь. Все, пойдем. О, я смотрю, вы тут обустраиваетесь вовсю. Молодцы. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Борис Михайлович. Виктор. Степан. О. Ребят, вы не гуляете полчасика? Мне нужно с Антоном кое-что обсудить. Мы гуляем. Ну? Так какое у вас дело, дядя? Если я не путаю, ты вчера говорил, что хочешь продать сервис и открыть на эти деньги клуб. Не путайте, говорил. Так вот, о чем я подумал на досуге. Успокойся ты. Все будет нормально. Как ты думаешь, что ему нужно? Упасть, Степа. Потребуется разойдутся. Ты не выдержишь конкуренции. Потратишь кучу времени, денег. В итоге все равно прогоришь. И будешь винить во всем меня. Мне бы этого очень не хотелось. Вы думаете, я прогорю? Уж поверь на слово. Не ты первый, не ты последний. Предлагаю такой вариант. Ты продаешь мне это помещение. Я добавляю сумму, необходимую для открытия клуба. Мы становимся компаньонами. Прибыль, ну скажем, 30/70. Ну, как тебе такая идея? Это твой шанс начать другую жизнь. Не отказывайся от него. Ну, мне надо обсудить ваше предложение с ребятами. Послушай. Я тебе сейчас скажу одну вещь. Она может показаться кощунственной, но, поверь, она верная. Видишь ли, Антон, бизнес, строящийся на дружбе, плохой бизнес. Что ты решил? У тебя 5 минут. Парник, Борис Михайлович готов купить эти руины. Вы знаете сколько? Да вы обалдеете. Я, кстати, обещал добавить денег, я клуб. Да погоди, как же, мы же договорились, Вить. Стёп, Стёп. Ты чего, Стёп? Нахрена ты сдалась, ты развалюха, ты чего? А тут клуб сам в руки плывет. Танцы, девчонки, все дела. Ты...
Я не понял, а что с ним? Что такое? Живот, наверное, заболел. Думаешь, продавать? Ну, а что делать? Надо продавать. Пока предлагаю. Это же наш шанс, другого не будет. Ну, это верно. А со Степкой как? А что Степка? Степку устроим. Откроет клуб, проводку чинитель, он к тебе в охрану. За работы не останется. Хороший ты парень, Тов. Тормозишь иногда. Степке не работа нужна. А что ему нужно? А то. Подрастешь, поймешь. Кстати, если бы Степка тогда того снайпера не погасил, ты бы не в госпиталь попал, а прямиком на кладбище. Я не понял, вот это ты сейчас к чему сказал? Так, ни к чему. Информация к подмышлению. А насчет сервиса тебе решать. Он твой. Ну что, поговорил? Извините, Борис Михайлович, у нас ничего не получится. Процент не устраивает. Устраивает? Я уже продал сервис. Кому, если не секрет? Степке. Ребят, там на повороте табличка «Автосервис». Это здесь? Ну, здесь, да. А у вас что, с машиной что-то случилось? Заглохло. Тут рядом, под вывеской на повороте. Мне что-то смешное сказала? Что, я абсолютно серьезен. Стёп, ты сиди. Я скажу. Пойдемте посмотрим, что у вас с машиной. Подсуропил ты ему впарить свои проблемы другу, да еще денег с него слупить. Это надо суметь. Молодец. Только не уверяй меня, будто не понимал, что мне придется его задавить. Да, недооценил я тебя, Антон. Далеко пойдешь. До свидания. Сходите к нам еще. Поехали. Соедини и завари мне чайку с мятой. Здравствуйте, Геннадий Наумович. Здравствуй, Боря. Как твое здоровье? Ты не заболел часом? Спасибо, я здоров. А то я заволновался. Звоню тебе, звоню. А ты к телефону не подходишь. В офисе тебя нет. Дела, Геннадий Наумович. Так ведь и у нас дела, Боря. Или уже нет? Что ты молчишь? Геннадий Наумович, понимаете, я... Боря, не надо много говорить. Ты просто скажи,
товар у меня. Или, Геннадий Наумович, я ваш товар просрал. Ну что ты затих, Боренька? Ну? Геннадий Наумович, я знаю, где товар. Просто возникли кое-какие проблемы. Ну так разреши проблемы, Боря. Или я своих ребятишек пришлю, они быстро твои проблемы решат. Вместе с тобой. Хочешь? Нет. Ну и хорошо. Тогда жду от тебя звонка, Боря. Приятно было тебя слышать, дорогой. Это я. Отбери десяток парней покрепче. Пусть навестят автосервис. Что какой тот самый? Сразу как стемнеет. Мне плевать как. Но завтра утром товар должен быть у меня. Ты понял? Все. Отбой. А Витька где? Тох, у нас же первый клиент. Да ну ты врешь. А зуб дай, вот. Придурки. Что вы сказали? Я спросил, как вас зовут? А, Алина. Алина? Очень необычное имя. А меня Виктор. Очень приятно. Да уж. Особенно с учетом обстоятельств. Что вам сказать? Лучше тяжелый. Что, так плохо, да? Ну, смотря с чем сравнивать. Титаник тяжелее. У вас есть часа 3 свободного времени? На рынок подъехать, надо кое-какие детали купить там. Сейчас не могу. Может быть, завтра 2. Завтра 2? Почему нет? Значит, договорились. Завтра? 2. Ухода в парк. Да. Ну, отлично. Все. Можете ехать. В каком смысле? У вас датчик расхода воздуха отсоединился. Я отсоединил. А что же вы меня так пугали? Я не пугал. Я свидание назначал. Вы очень красивая девушка, Алина. Не мог же вас так отпустить, не назначить свидание. We'll be right back.
ты знаешь, Витька, а по-моему, Борис Михайлович прав. Не, ну задавит он нас. Получается, что мы и бабки профукали, и Степку я подставил, да? Получается так? Разбудишь его. Конечно, кого разбудишь? Его? Разбудишь его! Ты что, не помнишь, как он на плановых стрельбах? Возле ТС-72 уснул. Его еще полковник добудет с ним. Ну, насчет того, задавит нас Борис Михайлович или нет, это время покажет. Меня сейчас больше другое волнует. Что? Серега, свитер рубани. Давай, давай. С каких-то пор молодые, здоровые мужики, вроде твоего отца, относят ценные документы на хранение адвокату аккуратно накануне внезапного сердечного приступа. А? Ты это о чем? Да так, ни о чем. Информация. Размышления. Это что такое? Замыкание, походу. Сейчас аварийка должна врубиться. Тох, ты что ли аварийку монтировал? Степка. Там аккумуляторы надо менять. Старые сдохли совсем. Вопрос снят. Ну, что стоим? Кого ждем? Что стоим? Что это за ребята? Ты нас спрашиваешь? Я лично никого из них раньше не видел. Тох! Да я знаешь знаю. Кого-нибудь? Ну, вот этого, по-моему, видел. Видел. Ну, это еще до армии было, со старшиками гужевались на железке. Вот дурак. Сейчас мешок сорвет. Степ, ты все? Стёпа! 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 Пошли. Ты как, брат? Врача! Это вашего друга только что к нам привезли? Нашего. Как он, доктор? Жить-то будет. Медицинской страховки, как я понимаю, у вас нет. И чего? Вы его на улицу, что ли, выкинете из-за этого? Что все-таки произошло? Родовая травма, блин. Простите его, доктор, он не со зла, перенервничал просто. Я все, конечно, понимаю. Что все-таки произошло? Бандиты напали. Вы понимаете, что об этом случае я должен буду сообщить в милицию? Ну, а вы думаете, я буду спорить? Мы его, конечно, госпитализируем. В общем-то, все решится завтра. Пока все.
Спасибо, доктор. А мы вам должны что-нибудь? Ага. И во сколько вы оцените жизнь своего друга? Спасибо, извините. До свидания. До свидания. Значит, не успели, говоришь, да? Ну, каратисты попались, они сразу всех положили. Каратисты, значит, попались, да? Ну. Не порука-то, а? Чем теперь с этим автосервисом-то делать? Атомную бомбу туда кидать или танковый батальон нанимать? Не, ну я-то одного подрезал. Да ты что, каратиста? Ну. Правда? Ну, перо засунул. Да не может быть. Дальше рассказывай. Что предприняли? Побои сняли? Нет. Заявы кинули? Сервис обыскали? Ну, да, ну там как бы... О! В следующий раз внимательно буду подбирать клиентов для вас! Только учащиеся музыкальных школ, и чтоб не старше 12 лет! Чё развалился? Мигом встал и побои снимать, прямо в ментовку к Георгию! Бегом, я сказал! Я смотрю, твои бойцы не только драться, они и думать не успевают. Что молчишь, Игорек? Учти, с тебя спрос, за них, за всех. Георгий отзвонится, бери своих амбалов и в сервис. Облажаешься на этот раз. Скормлю вас ультерьером Фролова. Как же это вас угораздило? Ну как угораздило? Шел, подскользнулся, упал, ну и так далее. А что доктор говорит? Говорит, придется полежать. Полежать? Долго? Не меньше недели. Да ладно. Нет. Слушай, Витя, а там завтра-послезавтра аккумуляторы новые должны привезти. Ты проверил бы их? Проверим, проверим. Ты не нервничай. Тебе вредно. Ему ведь вредно? Очень. Вот. Спасибо тебе. Спасибо. Глаза в глаза, и на устах застыло слово. Я увидел. Ты клево. У вас тут вообще странные киоски, ничего не найти. Я по району избегал, пока нашел. Девушка, а вы только раненых героев перевязываете или всех желающих? Нет, я серьезно. О, хорош. Успокойся. Я серьезно. О, что успокойся, может, я влюбился? Я влюбился и хотел бы связать жизнь с одной хорошенькой медсестрой. А, нет, ну хотя бы имя узнать, а? Какой сюрприз. Твою мать. Вся банда в сборе. Чего? Можешь объяснить, в чем дело? В отделении тебе все объяснят. Руки покажи. Зачем? Затем, ведь руки мне покажи, я сказал. Ну что, господа бандиты, поехали в тюрьму срок мотать? Скажите хоть за что? Да легко. Хулиганские действия, разбойное нападение, угон,
поножовщина. Лет на 7 тянет. Если не на 10. Слушай, командир, а ледниковый период мамы там не мы устроили? За статьи еще не придумали, умник. В камере будешь острить, давай вот тут Тарасенко. Ребят, есть наручники? Ну ничего, так довезем. Я думаю, не будет хулиганить. Не убежишь, нет? Не-не. Кость, покараули этого пока, через 2 часа смены. Идем, идем, бандит. На сотрудника. Ага. Замумукаешься, ты отчет описать, капитан. Здесь придется взломать весь пол. Взломаете, если придется. Работайте. Что ты тут делаешь? У меня машина барахлит. Вчера там на повороте заглохла. Ребята помогли, а сегодня договорились встретиться, посмотреть. Игорь, тут проблемка. Работайте, я сейчас подойду. А вы почему здесь? Тебе это не касается, уезжай. Что-то случилось? Я сказал, уезжай, чтобы через секунду тебя здесь не было. И забудь про этот автосервис. Какие проблемы? Здесь полы слишком крепкие. Долбить придется неделю. Сильнее надо бить. Бить надо сильнее. Сильнее надо бить! Понимаешь, сильнее! 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 Понял? Слушаю, Борис Михайлович. Да, так, хорошо, я поняла. Угу. Спасибо. Держи. Что это? Это данные на вашего потерпевшего. Олег Кузнецов. Телефон я тебе написала. Извинишься, дашь денег и закроешь вопрос. Этот гад, он Степу порезал. А он мне жизнь спас, между прочим. То есть, извиняться ты не станешь? Они сами на нас напали. Но машину-то вы взяли? Вообще, мы взяли машину, чтобы Степу отвезти в больницу. Отвезли? Да, отвезли. Молодцы. И, кстати, мы трезвые были. Врачи подтвердят. А это не важно. Как это не важно? Как это не важно? Ты только что сама сказала, что Антон, мы... Антон! Угон ты признал. Сопротивление сотрудникам тоже. Так что две статьи у вас уже есть. Тут не только я. Никто вам помочь не сможет. Мы не виноваты. А по-твоему, в СИЗО одни виноватые сидят? Антон, единственный выход – договориться. Так будет лучше и для тебя, и для твоих друзей. И не тяни. Если их в СИЗО отвезут, то будет поздно. У меня вообще ни копейки денег. Ну, продай автосервис. По-моему, Македонскому он приглянулся. Номер телефона нужен? Есть. Ну вот и позвони, когда надумаешь. А сервис не мой. Это Степин. А ты думаешь, ему от этой мысли сидеть будет легче?
Спасибо, Петя, свободен. Все. Кого доставил Жора? Бандита, как обычно. Твой был, только второй пошустрее оказался, ноги сделал. Ясно. В розыск объявлять будешь? А как же? Обязательно. Сейчас Мишка ориентировку принесет, сразу отправь ее на вокзал и аэропорт. Я так думаю, что в течение 2-3 часов он себя обязательно проявит. Не вопрос, давай данные. А, слушай, отправь, пожалуйста, машину в 67-е, там Костя третьего караулит. Пусть сюда его везут. Лады? Хорошо, сделаем. Давай. А вы так и будете тут сидеть? Буду. Не повязку нужно сменить. Ну, а я-то при чем? Помочь, что ли, нужно? Выйти нужно. Зачем? Так меняй. А затем, что это медицинская процедура. А вы в верхней одежде. А бинты стерильные. Какую-нибудь заразу занесете, начнется сепсис. Блин. Только да это, недолго. Ладно. Барам. Вы не волнуйтесь. Он как уйдет куда-нибудь в туалет или пообедать, я вас через приемный покой выведу. Зачем? Вы сможете что-нибудь сделать? К адвокату пойти. Да все хорошо. Какая-то ошибка, все выяснится. Спасибо за содействие. Ну что, ты скоро? Все, мы закончили. Спасибо. Заезжайте. Этим двум идиотам ничего поручить нельзя. Все испортят. Ты вот что, посади своих орлов в сервис. Если Антон объявится, пусть хватают его и звонят в милицию. А если вдруг вместо Антона менты нагрянут? Ну, с ментами, если что, я все уложу. Хорошо, Борис Михайлович, я все понял. Эй, вы! Идите сюда! Короче, сидите здесь тихо, ждете Антона. Появится, спеленаете, звоните мне, я в клуб. Ты за старшего. А если что-то не получится? Пусть лучше получится. Борис Михайлович, это Антон, кольцо. Антон, рад слышать. Как дела? Паша, пробей номер, быстро. Борис Михайлович, у вас есть знакомые в милиции? Ну, у кого же их нет сегодня? Разумеется, есть. А что случилось? Нас арестовали. Видите, в КПЗ? Степка в больнице с ножевым ранением. Его, наверное, тоже в милицию отвезут. А я сбежал. Вон оно что. Да. И что же ты хочешь, чтобы я сделал? Мне нужно как-то уладить это дело, прежде чем ребята отвезут в СИЗО. Да, друг мой. Ну, уладить-то можно все. Вопрос лишь в сумме. У тебя деньги есть? Понятно. Так, ну что же делать, что же делать? Послушай, Антон, давай
будем считать, что мое предложение насчет автосервиса еще в силе. Но я предлагаю тебе обмен. Я улажу твои проблемы. Ты уступишь мне сервис. А вы уверены, что у вас получится это сделать быстро? Ну, я имею в виду, я только мысли, что ребят выпустят. Не волнуйся, выпустят. О, Антон, что за странные вопросы? Ты же не ребенок. А вдруг не возьмут? Ну, тогда попросим потерпевшего. Кто забрал свое заявление? Делов-то куча. Алло! Алло! Антон! 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 Ты куда пропал? Антон, ты слышишь меня? Борис Михайлович, откуда вы знаете про потерпевшего? Ну, я так предположил. Ну что? Мы не успели. Что стоишь-то? Надо было бульдозер пригнать. За 5 минут бы все сделали. Охренел, что ли? А если ментовку кто вызовет? Какая тут ментовка? Слушай, может, я в магазин пока схожу? Пожрать возьму, пивка там. 2 часа уже железо махать. Потом пожрете. В сортир-то можно сходить хотя бы? О, в угол сходи. Ага. Потом его ломом долбить, а? Держи. Я первый схожу заодно. Смотрю, что там. Давай. Тихо. Заорешь, пристрелю. Понял? Понял? Сомневаешься, что ли? Вот и правильно. Кто у вас старший? Что? Кто дал приказ наехать на сервис? Игорь. Игорь. А Олег? Олег. Олег Фуфло. Шестерка. Причина наезда. Вроде как двойник какой-то в сервисе. Ага. Что внутри, я не знаю. Да? Хорошо, где мне найти этого Игоря? В корпуле. Да. И такие стекляшки. Ага. Это его клуб. Он все время там сидит. Сколько вас здесь? Трое. Где все остальные? Там. Оружие у всех? Всех втроем. Да хорошо. Пойдем. Пойдем. Идем. Так, ну-ка, без шуток. Открывай дверь. Владите его. А куда вы его? Туда. Стас, ты чё? Махновцы! Будете буянить, подожгу! Алло, Дина! Это Антон. У тебя есть знакомые в милиции, в которых ты уверен?
тебя одна? Одного не пойму. Какой кайф играть на своем же автомате? Кайф не выигрыш. А в точном расчете. Ну и кто из них тебе нравится? Ты о чем? Я о трех обормотах с сервисом. Я же сказала, у меня просто заглохла машина, и ребята помогли. Не ты мне врешь. И кому мне верить, если мне врет собственная сестра? Закрой. Ты запомни, что я тебе в сервисе сказал. Да не толкайся ты. О, товарищ капитан, доставили. Здрасте. Да что такое? Добро пожаловать. Присаживайся. Сесть еще успеешь. Кость, ты подожди, не уходи. Сейчас мы показания снимем, дело на регистрацию отнесем, и надо будет их в СИЗО отвезти. Не болит? Не, не болит. Хорошо, я пока дойду попасть. Ну что, начнем? Давай. Фамилия, имя, отчество? Проходи. К решетке встал. Проходи. Спать не укладывать. Через полчасика в СИЗО повезут. Тоха где? Ноги сделал. Еще в больнице. Молодец. Да уж. Надеюсь, глупости не наделает. Ты же его знаешь. Попрет один на всю голову. Да. Тоха может. Ты подписал? Нет. А ты? Нет. Я этому низенькому так и сказал, что я мазохист. Чего? Мазохист. Тот, которого бьют,
он удовольствие от этого получает. Дурак ты, Степа, а не мазохист. Мне второй сказал, даже подписывать ничего не надо. Если нас в СИЗО закроют, сюда можно ждать года 2-3, ну ты знаешь. Вот мне он то же самое сказал. Говорит, один мужик 5 лет сюда ждал, а на суде ему всего 4 года дали. Ирония судьбы. Что делать-то было? Не знаю, что делать. Алма-Ата. Привет с тобой. Астрахань. Все, сейчас отправляем клиентов. И по пиву. Костя, хорошо, что зашел. Сейчас отдам дело на регистрацию и поедем. Товарищ капитан, я на выезд. Что случилось? Пострелюшечки опять где-нибудь начались? 3 гаврика в автосервисе на Альпийской. Пальбу устроили. Говорят, с Петровки группа и ОМОН выехали. Ну ты как приедешь, доложись. Конечно. А я тебе говорил. Бабок захотелось. Ну и что теперь делать будем, умник? Сейчас, подожди, я Македонскому позвоню. У нас в это дерьмо втравил, пусть он отмазывает. Борис Михайлович? А, Георгий. Нет, еще не поймали. Борис Михайлович, здесь возникли непредвиденные обстоятельства. А ты погоди. Погоди психовать. Пока Антона не взяли, никто этих 3 дегенератов со вчерашним происшествием не свяжет. И не было никакого происшествия. Пока. Вы же дело не регистрировали еще? Вот и не регистрируйте. А насчет задержанных? Ну, отпусти ты этого Виктора минут через 20. А третий пусть посидит. Договорились? Отлично. Паша! Звал ли Борис Михайлович? Звал Паша. Послушай. Есть у меня к тебе одно поручение. Найти его, а что там внутри, я не знаю. Македонский при делах? Я не знаю. А я сейчас ударю. Я не знаю, он просто разговаривал с Игорем, а при делах он не при делах, я не в курсе. Где Игорь? Там. Тебе лучше что, не соваться, тебя там убьют. А я, по-твоему, что сделаю? А ну-ка, пошли. Слушай, Ви. Она Е. Вообще города есть? Степ, ну вспомни уже. Йошкар-Ола. Давай дальше. О, Йошкар-Ола. Йошкар-Ола. Анадырь. Смотрю, 16 лет. Ё-моё. Третий размер. Давай, свечай на выход. Я? Да. Я... Погоди, так я... А ты подожди еще.
Куда его, браток? Какой ты браток? Да не волнуйся, освободят вас скоро, обоих. Че ты, какой ты браток сразу? Пришел оказать тебе услугу. Ты мне. Сейчас парни с Петровки, они штурмуют мой автосервис. А там трое твоих охранников. Все при стволах. Предположим. Я к этому каким боком? Пока меня не взяла милиция, никаким. Просто три придурка надумали пострелять в чужом сервисе. А если меня возьмут, я вспомню вчерашнее происшествие. Два инцидента, два, и все связаны с твоей охраной и с автосервисом. А как ты думаешь, сколько времени понадобится следователю, чтобы увязать их с тобой, а? Что ты предлагаешь? Олег, забирай заявление. Забирай. Не будет дела, не с чем будет связать сегодняшнюю стрельбу. Я думаю, ты объяснишь своим бычкам, что... Статья по хулиганке лучше, чем букет, который тянет лет на 10, как минимум. Умный ты парень, Антон. И рассуждаешь правильно. Только ты не учел одной маленькой детали. А какой? Если ты вдруг случайно исчезнешь, то показания давать будет некому. Увезите его в лес. Там, где потише. И сделать все аккуратно. Ты извини, сам нарвался. Нужно было продавать сервис, когда предлагали. Хлопот бы не было. А так будь здоров. Ну, не получится. В смысле? В лес не получится. Обоснуй. Тут не надо вот этого, мой адвокат знает. Да мой адвокат действительно знает, да. Но дело не в этом. Не в этом дело. Гражданин Кольцов, Антон Львович. Так точно. Чудника. Олег, найди меня на руку. Не надо, не надо. Это я вас вообще вызвал. Прошу отметить в протоколе. Я в Куспане. Куда? Клуб. Иди сюда тоже. Давай. Че сидишь-то? Метнул в милицию кабанчика. Заявление забрал. Сделаешь? Доложим. Чего как-то? Да ничего, нормально, ребят. А я беги вези, не прожнется. Заявление забрал, так что все нормально. Ну вот, все сделано правильно. Отказ от претензий, показания потерпевшего зафиксировали в соответствии с АПК, так что к вам теперь претензий не будет. Ну, спасибо. Не за что. Если не секрет, сколько пришлось заплатить? Не, ни копейки. Антон, бил, что ли? Ты зачем? Да нет, просто подошел, вежливо попросил. Ну, я говорю, вроде серьезный ты человек, как так некрасиво поступаешь. Вот, и он просто пошел, забрал заявление и все. Ну, понятно. Ладно, если понадобится, сразу звони. Хорошо. Что-то Витька задерживается. А вы за Виктора не волнуйтесь. Его отпустили из отделения 3 часа назад. Да ладно. Потому что глаза вы мне не завязали, второй раз мне эту дорогу не увидеть. Соображаешь. Ну? Соображаешь. Ну.
глаза вы мне не завязали, второй раз мне эту дорогу не увидеть. Соображаешь. М? Соображаешь. М. Поехали. Шеф ждет. Никаких новостей. Ни записки, ни ответа, ни привета. Кстати, обшивку придется на воротах менять. В сезоне санаторий. Туда просто так не отвозят. Должны были остаться соответствующие записи. А их нет. Я проверила. И потом. Ты говоришь, что Виктора увели час назад. Да. А судя по рапорту, его выпустили еще днем. Точно час. Я только до Армавира успел дойти. Куда он не успел дойти? Да до Армавира. Они в города играют с Виктором. Ну да, в города играют. Армавир, Рига. Да-да. Слушайте, без нас он бы никуда сам не ушел. Правда, что под дулом пистолет. Вот что я скажу. Я пару раз сталкивалась с подобными случаями. На практике это означает, что вашего приятеля либо сильно избили, либо... Второе, либо нам известно. Да, не надо. Можете не говорить, мы не маленькие, сами понимаем. Ну, вы и так у нас задержались, очень много времени потратили. А мы подождем еще, а вдруг объявится. Ладно, ребят, давайте так. Если ваш Виктор до утра не объявится, тогда я подключу своих знакомых, они пробьют СИЗО. Маловероятно, конечно, но всякое бывает. Спасибо. Хорошо, спасибо. Счастливо. До свидания. Как думаешь, Витька жив? Быкам ума не хватает даже позвонить. Хотя нахрена им телефон? Им там дамы нужны. Борис Михайлович. Что, Борис Михайлович? Вы бойцы неандертальцы, папуасы. Им мозгов не хватает стереть пальчики со стволов и спрятать их где-нибудь. Борис Михайлович, ну они же бойцы, не стратеги. Так поставь над ними стратега. Должен же быть хоть один умный на толпу идиотов. Я тебя предупреждаю, Игорек. Ты несешь ответственность за своих людей. Это не они облажались. Это ты облажался. Знаешь, сколько стоило замять это дело? В последнее время, Игорек, ты не улаживаешь проблемы. Ты их создаешь. Я начинаю всерьез сомневаться. А нужен ли ты мне? Игорь! Тебе звонят. А сестру зачем притащил? Она у него вместо охраны. Рот закрой!
Да, она в казино собралась, думал, подвезу по дороге. Ну, отвези. И возвращайся. Хорошо. Зачем он тут? Борис Михайлович, дядь Борь, какая встреча! Забудь о нем. Этих людей больше нет. Что значит нет? Я оговорился. Этих людей не для тебя. Куда? Кровь в машине смой. Аварийка пришла в негодность. Но починить можно. Я ее починю. Слушай, не мельтеши, а? Я слушаю. Здравствуй, Антон. Это Борис Михайлович. У меня для тебя две новости. По правде говоря, вся эта история меня несколько утомила. Я решил кое-что предпринять. Ты меня слушаешь? Да. Вот хорошо, слушай дальше. Первое. Ваш приятель у меня. С ним пока ничего не случилось. Чего вы хотите? Значит, Виктор. Второе. Мои бойцы кое-что поищут. У вас в сервисе вы не станете мешать. В противном случае у вашего приятеля могут возникнуть серьезные проблемы. Вы мне не нужны. Мне нужен мой товар. Предлагаю честный обмен. Идет. Говори. Да. Что дальше? Дальше двигайте. Вон туда. Будете сидеть тихо, останетесь живы. Туда? Хорошо. Потом. Потом разберемся. После. Пойдем, Степ. Пойдем. Приезжай на вызов, а там целый шалбан. Три пьяных рожи, и хозяин лежит на кухне, с ножом в спине, и коней двигает. Даш! Даш! Что случилось? Умер кто-то. Ты типунь на язык. Ну, а что тогда? Слушай, Валера, сложно человека найти, если его в милицию забрали. Ты из-за того, ну, из-за которого сегодня вся больница на ушах стоит. А ты тут при чем? Просто он раненый. Переживаю. Вдруг что случится? А, ну, понятно. Тоже правильно. Клятва Гиппократа и все такое. А его в нашу милицию забрали? Вроде в нашу. Ну ладно. А что ты сидишь-то? Ну, смену я закончу. Машина у меня свободна. Мы в фамилицу едем или нет? Верочка, спасибо тебе. Я сейчас. Ай, женщина, женщина.
Вылез 5 утра. Охранник отвезет тебя прямо к рейсу. Я не полечу. Не обсуждается. И до отъезда будь в клубе, а лучше вообще из кабинета не выходи. А как же Виктор? О нем забудь. Игорь, я не понимаю. Но нет больше, все, понимаешь, нету больше вообще. Наша с тобой жизнь, понимаешь? Игорь, ну почему ты обязательно должен этим заниматься? Ну что, нельзя заниматься чем-то другим? Чем? Колготками только. Почему колготками? Ну есть же куча других занятий. Ну, ну почему? Почему я должна бояться за себя, ну? Горяш. Блин. Ну я... Ну я не барыга. Саргаш, я... Я не деловой. Я такой, какой я есть. И с этим придется смириться. Я тебе обещаю, что когда ты вернешься, начинай покучно. Ты не веришь? Ну так. Теперь мне надо идти. Деньги не забудь, хорошо? Игорь. Будь осторожен. Борис Михайлович, я могу лишь повторить то, что говорил раньше. Если бы Тоха знал о товаре, он бы нам сказал. Ну, Лёва мог оставить записку или какой-нибудь знак. Да мы всю квартиру перерыли, когда документы на сервис искали. Ничего там не было. Никакой записки. Да. Для всех было бы проще, если бы она там была. Ну, ладно. Будем надеяться, что Антон и этот... Как его? Короче, что твои друзья не будут геройствовать. В противном случае... Сам. Мля, знаете, сказали бы уж прямо. Грохну всех. Ну, пошутил. Перевезите его ко мне. Там тише, спокойнее. Я пойду с ним. Ну что? В машине все чисто. Дождись Игоря и подъезжайте. Что там можно искать, а? Да мне вообще пофигу. Лишь бы Витьку отпустили, а назад стали наконец. Не, ну одно плохо. Сейчас изуродуют там весь цех. Потом целый год будем в порядок приводить. Да. Что теперь-то? Слушай, дай, Антон, помоги. Пойду хоть чай поставлю. Ну, а я откуда знаю? Ты посмотрел бы сначала, потом бы орал.
Свои. О, Игорь. Извините. Пол, ворота. Площадку надо асфальтировать, где плитку класть. Мы на одном ремонте разоримся. Степ, тихо. Что? Ты слышишь его? Нет. В том-то и дело. Эй, Архаров ты! Эй! Есть кто живой? Что-нибудь понимаешь? Да ничего понимать, выбираться отсюда. Подойди-ка. Мать моя женщина. Забрали. Работали профессионалы. Слушай, может нам позвонить Македонскому? Да отлично. Скажем, дядь Борь, тут твои ребята все как один мертвый. Да он на вату Витька не очень-то живой, да? Кто поверит? Кто поверит, что не мы их застрелили? Ты поверил? Нет. Ну вот и я. Слушай, ну в любом случае, отсюда валить надо. Даже те, кто это сделал, наверняка уже вызвали ментов. Согласен. Давай, Петя. Все-таки в твою коморку, папа, коробка. Затащим. Давай. Подожди, папа. Чего? Да, я ноги возьму. Сюда. Стой. Давай. Говорю же вам, вечером еще отпустили. Че нам невиновных клетках-то держать? Не цирк, поди. Ну как же. Где мне теперь его искать? Здрасте, пожалуйста. Тут вам ОВД, а не справочное бюро. А вы ему кто? Родственник? Даже порядок, да. Командир, ну что тут непонятно, а? Она невеста, он жених. Ну дело-то всего, страничку перевернул. Ну? Что же ваша невеста? Адрес жениха не знает. Интересно, командир. Что же теперь нужно было? Паспорт спрашивать? Когда любят друг друга, паспорт не спрашивает. Записывайте. Держи, Даша. Город Тверь. Магистральная улица. Дома, квартиры нужны? Давай. Автосервис на Альпийской, знаете? Там поищите. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, мужики. Держи, спасибо, мужики. Молодежь. О, я ее знаю. Ей Витька машину ремонтирует. А сейчас же самое время машину. Девушка, сервис не работает, вы зря приехали. Я не по поводу машины. Я по поводу вашего друга.
Игорь, ты? Такой охраны Михалыч хочет долго жить. Почему не берем? Расслабься. Я тебя не убью, ты мне не нужен. Руки опусти, пошли со мной. Ну что ты хотела? Ночью на дворе, наверняка спать уже пошли. Степа сказал, что он живет в автосервисе. Ну сказал, ну что угодно мог сказать. Конечно же, он тебе не соврал, но куда угодно молодого парня могло ночью занести. Даш, ну извини, но я не то хотел сказать. Даш, ну Дашенька, Даша. Ну извини, ради бога, ну я не подумал, Даш. Ты уверен, что это где-то здесь? Чтобы было не тихо. Ну что, думал, антиотцепление здесь выставить, что ли? Нет, ребят, это точно. Не, ну пара охранников, не больше. Главное, открыть дверь, а там заломаем, как мишка елочка. Послушай, я думаю, они Витьку где-то в подсобке держат, поэтому охрана должна быть человек 5, как минимум. Mm-hmm. Потом, как только мы начнем в дверь ломиться, чувак, который за монитором сидит, сразу тревогу поднимет, стопудов сидит. А это смотри, как мы будем ломиться. Может, какой-нибудь другой вход есть? Камеры видишь по бокам? Угу. Был. Где? Сейчас покажу. Хочешь? Конечно. Кто же не хочет? Почему ты спрашиваешь? Я хочу тебе сделать подарок. Слушай меня внимательно. Михалыч завтра грохнут. Ты это, Игорек, если ты его завалишь, тебе и дня не прожить. И Элинке, кстати, тоже. Ну что ты. Я его пальцем трону. Есть люди покруче меня. Интересно, кто? Это не важно. Слушай дальше. Если ты будешь делать то, что я тебе скажу, завтра к вечеру станешь бригадиром. Если нет, умрешь вместе с Михалычем. Смекаешь? Смекаю. А откуда мне знать, что это не разводка? Если бы мне нужен был твой труп, ты бы был уже мертв. Что я должен делать? Молодец. Правильно. Слушай внимательно. Сейчас ты поедешь в автосервис на Альпийской. Это стрёмно, Топ. Ты думаешь, получится? А у тебя есть предложение получше? Нет. Ну, тогда работаем. Давай. Слышь, Колян, глянь. Чего там? Посмотри. Бараны, а.
Иду. Ты в следующий раз своей башкой так постучи. Проснись, чудило. У вас под крышей дым валит. Да ничего вроде не валит. Да повалит. Пожар, говорю, у вас, пожар. Сейчас разберемся. Давай, Толь. Здорово, Вадик. Ну что, дорогой, поиграли? Вадик, пошли. Пошли, вперед. О, Господи. Черт. А теперь грабли в небо. Здесь же камеры. Везде по периметру стоят. Придурки. Да ладно, ребят, вы чё? Слышь, ну да чё? Вы чё, друг мой, пошел за угол поссать на голову? Пошёл поссать, а? Ну что хлопота ваша, не сахарная, не разбавится. Ребят, там дымит вообще. Ну посмотри, что там творится. Да не бери, убери. Сейчас снаряд какой-то приедет и разберется. Чё? Где горит? Тихо. Что горит? Чё? И какого хрена вы вообще здесь делаете, пожарники? Заходи. Да не понимаю. Я ж тебе говорил, тамбовский волк тебе, браток. Ну хрен с ним, ну не браток. Ты мне вот что скажи. У вас что здесь, только двое, что ли? А тебе что, и двоих мало? Чтоб таких козлов, как вы, повязать, двоих многовато. Ты говорил же, двое. Ты пять как минимум. Да. Пять как минимум. Ну, не стоило камень ломать. А, ребят? Подошли к двери. Ну, сидели бы уже дома, чай пили. С пряниками. Борис Михайлович, это Игорь. Скоро буду. Да, у вас на салоне был. Павел, нет, не видел. Я в автосервис заеду. Что случилось? Хорошо, проверю. Ну, конечно, если нашли, обязательно сообщу. Да не вопрос. Ну, я тебя прошу, не расстраивайся. Ну, будет выходной, смотаемся мы в твою дверь. Даша. Господи, Дашенька, ну что случилось? Тетя Нина, вчера ночью доставили парня, срезанные раны. Так. У вас есть его данные в журнале? Ну, есть. Тебе-то зачем? Ну, просто его забрали, а вдруг абсцесс начнется, потом отвечать будем. Тебе-то что, пусть голова болит у врачей. Тетя Нина, ей-богу, ну что за вопрос, а? Что? Ну, сама же недавно молодой была, не? Ну, что? Прохиндей. Ну, есть у меня адрес. Доставил его, вот тут написано кольцо. Чё, адрес или телефон есть чего-нибудь? Чё кричать-то? Есть, конечно. Ну, запишешь, что ли? Ну, запишу. Долго, что ли? Спасибо большое, тетя Нина. Тетя Нина, с меня шоколадка. Да ну. Прохиндей. Я тоже вас так люблю, тетя Нина. Перевезите его ко мне. Там тише, спокойнее. Я пойду. Я все обыскал. Есть книги, нет? Нет, нигде гинчики. Да я видел, видел. Ну, вон отсюда. Это вон отсюда. Не дурите, мужики. Лучше сдать по-хорошему. Или вам в сейфе выручка дневная. Берите тачку дороже и валите. Иначе вам с утра башку посворачивают. Людей у него сколько? Ну, если клубных подтянет, человек 15.
Кроме Макарок, есть оружие? Сваешься, а Макарок нет. Там помповики и кедры. Да калаши укороченные. Не думайте, мужики, нам даже во двор попасть не удастся. И друга своего не спасете. Вы сами ляжете быстрее, чем воротничек. Закрой рот, я сказал! Серьезно, мужики. Лучше валите. Македонский вас живых не оставит. Ну, чего скажешь? А мне нечего сказать. Знаю, люди вроде как выбор предлагают. Я не вижу никакого выбора. Нет выбора. Все. Предложение не принято. Ну ладно, бывайте, мужики. Не кашляйте. Чуть-чуть задержались, конечно, могли побыстрее. Ну, сам пока мой. Чай попили, пока то, пока сё. А так время-то и пролетело. А ты чего, сестренка? Ты что, нас не узнала? Да это ж мы. Мы, да, мы. Слушай, такое предложение. Давай-ка отсюда поедем побыстрее, да? Поедем. Давай, не давай, будем давай. Стоять. Там где-нибудь остановимся. Ты на нас полюбуешься, если захочешь. Да. Слушайте, я думала, вас схватили. Угу. Ну да. Нас хватит. Ну, сами кого хочешь схватить. И за что хочешь. А ты знаешь, где дом Македонского? Конечно, это не доезжает до Залесного. Коттедж в поселке. Ай, да. Алло. Да, кто это? Какая Даша? Даша. А какой бандит? Да. А, Даша. Даша, ну, конечно, Бог. Перестань. Ну, так-то. Степка? Да Степка в порядке. Да, да. Так где же ему быть? Здесь. То есть как-то в порядке? Весь вечер нудит, как там Даша? Как же там Даша? Все уши прожужжал. А скажите, Даша, а у вас при больнице скорая будет? Очень хорошо. Отлично. А нельзя ли вас одну позаимствовать? Ага. Спасибо, Даша. Дай мне. Она положила? Что за человек? Борис Михайлович. Новости плохие. Что такое? В автосервисе 3 трупа. В смысле? Ну, тайника нет, бойцов тоже нет. Пацаны наши есть, но только не живые совсем. Так, и что теперь? Теперь, думаю, они будут своего дружка вручать. Это если дураки. А если умные в бега пустятся? Ладно. Не хотели по-плохому, по-хорошему будет еще хуже. Отвези этого Виктора в лес. А когда они явятся, мы уже будем их ждать. Понимаю, но нам вообще-то ехать надо. Ой, я вас не представила, это Валера. Наш парень без больницы. Валера. Антон.
Так, ну, девчонки, езжайте отсюда, от греха подальше. Ну, ждите нас по приходу. А мы со Степкой разомнемся мало-мало. Если никто не против. Я против. Я еду с вами. Нет, с нами нельзя. Мы на прогулку едем. Я знаю, что ему прогулку надо. Вдруг помощь понадобится. Если понадобится помощь, понадобится доктора, гробовщики. Ну что? Да, хорошо. Нам больше. И нет автономии. Небезопасно. Осторожно, ладно. Дом 8? Ну и что? Ну и ничего, открывай тогда. Зачем? А затем, чтобы глаз поступил. Так, рассветная 8. Острая сердечная недостаточность. Македонский. Что я не знаю? БМ. Здесь такой живет? Македонский. Здесь. Так он здоров, и мы скорую не вызывали. Ну хорошо. Хорошо, тогда я звоню в милицию и выписываю вам штраф за ложный. Приезжай. Чего? Так бы сразу. Что это? Вася. Что происходит? Вася, что у вас за шум? Прием. Вася, ты меня слышишь? Ну что уставился, иди узнай, что там. Покурить дашь? Конечно. Спасибо. Кури, кури. Время есть. А что, ждем кого? Поглядим. Всяко бывает. Понимаешь, что через пару минут сюда ворвется десяток вооруженных охранников. И
это те, которые в холле валяются, что ли? Не, я не думаю, что они так быстро очухаются. А ведь я мог тебя сразу грохнуть. Пожалел. Хорош звенеть, Борис Михайлович. Витька где? В лесу, ваш Витька. Полчаса назад увезли. Ну-ка, звони. Звони скорее. Палача. Давай, давай, звони, звони. И молись, что Витька лучше. Иначе ты умрешь следующим. И включи громкую связь. Да. Ну, поторопись. Дядь Борь, пошевеливайся. О, Михалыч прорезался. Извини, ведь время. Алло. Игорь, ты меня слышишь? Это, по-моему, тебе кранты, дядь Борь. Я мог тебя сразу грохнуть. Пожалел. Хорош звенеть, Борис Михайлович. Витька где? В лесу, ваш Витька. Полчаса назад увезли. Ну-ка, звони. Звони своим палачам. Давай, давай, звони, я говорю. И включи громкую связь. Да. О, Михалыч прорезался. Извини, ведь время. Алло, Игорь. Это, по-моему, тебе кранты, дядь Борь. Уверена, дядь Борь, если начнется кутерьма, вы ляжете первым. Подождите на улице. Если что, пристрелите всех. Тех, кто в машине, тоже. Проконтролируй. Понял, Борис Михайлович. Олег, да. И этого заберите. Че, встали, давай. Борис Михайлович, у вас все нормально? Все нормально, Игорь. Что у тебя? Случайный выстрел. Хорошо, понял. Едем. Смелые у тебя друзья. Только глупые.
Михалыч все равно вас всех завалит. Это почему? Как почему? Из-за тайника. Да брось, какой тайник? Лев Аркадьевич этот сервис купил месяц назад. А зачем он его купил? Назло Михалычу машину ремонтировать. Ладно, пойдем. Сегодня вроде твой день. Сейчас его привезут. Я надеюсь, вы понимаете, в какое дерьмо вы влипли. Может, объясните? Мой тебе совет. Прямо отсюда отправляйтесь на вокзал и уезжайте из города. Если повезет, вас найдут не сразу. Нет. Нет? Мы будем в сервисе. И если вы не оставите нас в покое, нам придется навестить вас еще раз. И уже тогда дело не окончится вежливым разговором. Тихо. Все? Или еще что-нибудь? Не стесняйся. Последнее желание – закон. А проводите-ка нас до ворот, дядя Боря. Ну, на всякий случай. А то я смотрю, ваши ребята не посмотрят на красный свет. Начнут садить из всех стволов. Давай, давай, давай. Давай, давай, идем. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Дядя, дядя. Не, дядь Борь, скорую, скорую, скорую. Скорую. Найди того, кто слил меня, Антону. Ага, понял. Сейчас буду. Кажется, нашли сливщика. Да у вас тут как мама, я прошел. Хуже. Македонский со своей армией. А чего у вас тут на втором этаже-то интересно? Валер, ты знаешь, а там хлам разный, тряпки старые, запчасти старые. Ну, и да. Ерунда вся. Ага, мертвые бандиты. Валера, бери девушек с собой и уезжайте отсюда. Да я вообще-то не боюсь. Я боюсь. Поедемте, а? Ладно, раз так. Даш. Пойдем, Валер. Ребят, спасибо вам за все. Да ладно, че? Что там? Степка же сказал, мертвые бандиты. Три штуки. Три трупа.
Че, пацанята, весело вам, да? Нет. Весело? Вы хоть понимаете, что нас теперь закроют серьезно надолго? Вить, ну мы... Что, Витя? Мы можем никому об этом не рассказывать, не сообщать. А куда мы три тела денем? Вопрос. На зиму будем запасы готовить? Не кричи. Я не понял. 3 часа назад они были здесь. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? И мне. Паша, ты подтер в автосервисе? Молодец. Нет, не влез. Ты мне нужен в автосалоне. В Южном. Да, дуй мухой. Жду тебя через 15 минут. Давай. Так, стоп. Спокойно. То, что тела вывезли, это означает только одно. Кто-то из этих очень сильно не хочет, чтобы вокруг сервиса была поднята шумиха. Во всяком случае, пока. Нам же лучше, ведь? Лучше? Ну и что он тогда хочет? Не знаю. Игорь мог меня убить, но не убил. Плюс он сказал, что Македонский нас в покое не оставит. Почему? Они здесь ищут какой-то тайник. Если Македонский ищет свой тайник, наверное, он должен знать, где он. Тайник устроил не Македонский. В смысле? В прямом. Тайник устроил твой отец. Вот, смотрите. Так это же машина. А вот дальше. Они на этой машине приехали и уехали. Я как увидел, сразу вам звонил. Молодец. Скажи, а на других записях видно лицо водителя, номер машины? Нет. Кто еще видел запись? Я один. Хорошо. Давай диск. Копия есть? Нет. Очень хорошо. Извини, Игорь. Завалят Македонского или нет? Ты еще бабушка надвое, как говорится. А мне жизнь дорога. Я жить хочу. А если Борис Михайлович сообразит, что к чему? Сообразит, Паш, не сообразит. Ну, только правильно все делать. А правильно? Правильно это как? Вот так. Степа, а пойдем-ка покурим. Давай, у меня нет сигарет вообще. Так вот я и говорю, пойдем купим сигарет и покурим. Денег нет. Что? Вить, а если бы не она, ты бы сейчас не сидел здесь, а валялся бы я. Ты к чему сейчас сказал? К сведению. К сведению. Денег нет, не знаю. Сейчас, сейчас. Привет. Привет. Я хотела уехать, как ты сказал, но я боюсь оставлять тебя одну.
Михайлович, справок на второй линии. Соедини. Здравствуйте, Геннадий Наумович. Здравствуй, Боренька. Как твои дела, как здоровье? Спасибо, Геннадий Наумович, все в порядке. Ну, отлично, отлично. Ты ведь помнишь, что сегодня срок. Чем ты меня порадуешь? Геннадий Наумович, я как раз сейчас работаю над нашей общей проблемой. Какой нашей общей проблемой? Общей. У меня никаких проблем нет. А вот у тебя, Боря, проблемы, проблемы, проблемы. У тебя, милый, ровно 3 часа. Понял? Геннадий Наумович, я... Пинтюк красноперый. Наташа, срочно свяжись с Игорем. Пусть немедленно едет сюда. Спокойно. Спокойненько. Вам еще повезло, молодой человек. Кость не задета. Я знаю. Вообще-то нам положено сообщать. Не надо. Этого достаточно? Вполне. И хорошо. Все доброго. Где Алина? Уехала еще ночью. Куда не сказала. С тех пор не появлялась. Спускайся вниз. Скажи нашим, что закрываемся. Если приедут Орл и Борис Михайлович, не пускать. Хорошо. Михайлович? Да, это Игорь. Я знаю, кто вас слил. Это Павел. Да, он привел Антона к автосалону. Его зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. Привези эту сволочь сюда. И запись захвати. Не получится. Этот Павел ваш остывает уже. Успел сломать диск с видеозаписи и завалить свидетеля. Охранник просто уложил в глухую. А ты как уцелел? Уцелел? У меня в плече дырка величина с футбольных ворот. Кстати, его машина около салона. Там в багажнике 3 трупа. Ну, это ребята, которые в автосервисе работают. Ну, вот что.
Поднимай свою армию, пусть едут сюда. И сам приезжай как можно скорее. У нас серьезные проблемы. Я вижу. Очень больно. Да нет, бывал больнее. А это когда в 8 классе вы с ПТУшниками дрались на заднем дворе. Я тебе руку сломали. Вас еще растащили, а ты заплакал. Это досада. Слушай, ты откуда все знаешь? Ты мне еще уже тогда нравился. Только я в 4-й ходила, а ты в 8-й. Да ладно. Я еще бегала на старший этаж, чтобы минуточку с тобой постоять. Я тебя совсем не помню. Конечно. И женил как вот, даже не смотрел в мою сторону. Поцелуй меня, пожалуйста. Ничего. Похоже, успеем еще и за пивом сходить. А может, и не раз. Похоже, не успеем. Пацаны, давайте без конфликтов. Алина здесь? Что надо? Борис Михайлович, я тут думал. Мне кажется, я знаю, кто на нас послал этих махновцев из автосервиса. Я тоже. Что еще? Да я просто подумал, мало ли. Может, ее брат как-то тут замешан. Ты о ком говоришь? Я об Алине. Посмотрите, она же видела, когда мы привезли сюда этого Высокого. Потом среди ночи куда-то рвануло, мне в клубе сказали. Ну-ну-ну! Что дальше? Ну, так я и говорю. Они к нам на скорой нагрянули. Ее машина тут неподалеку прорисовалась. А потом сразу же исчезла. Мне охранник сказал, он ее срисовал. Игорек, Игорек. Значит, на мое место метишь. Ну вот что. С этого момента, старший ты, отправь парней в клуб и на квартиру, а сам паси сервис. Если Игорек сливал, он там нарисуется. Возьмешь его и девку, и ко мне. Все понял? Понял. Борис Михайлович, а если... Без если! Работай. Понял. Алина здесь? Ну, здесь. Ну, позови. Позови.
машину быстро. Игорь. Я не с тобой разговариваю. Ну поговори со мной. Я позвоню. Хорошо. Пять минут прошло, она уже договора жить не будет. Рот закрой. Телефон без. Что? Дай мне свой телефон. Она не позвонит. Это правда, что мой отец устроил тайник? Правда. Зачем? А ты догадайся. Кто? Слушай, да он врет. Специально, чтобы ты Македонскому голову оторвал, да, Витя? Стой! Кто? Че ты улыбаешься? Ты знаешь, что я вас вчера выписал по автосалону? Тебя и двух этих клоунов. Да. Ты с трех раз догадайся. Хорошо, что мне первым позвонил. То не тебя, не меня уже в живых поняла. А вот и наши муратинки. Поедем прижимать ей потише. Короче. На электричке доберешься до Владимира. Дальше на любом поезде устроишься в любом крупном городе на частной квартире. Звони мне, только не с мобильного, а с переговорного, лучше с центрального. Посеку друг друга, если что. Руки в гору. В чем проблема? О, какая красотка, посмотри. Вот и паспорта. Хохлова Наталья Александровна, да? Эй, ты за ребро. Друзья, ты что? Что ж ты, Игорек? Я ж просил приехать скорее, а ты? Так я и ехал. Так налетело кодло, скрутили, в машину сунули. Борис Михайлович, если есть что предъявить, предъявляйте, а вязать людей без объявления – это беспредел. Алинку зачем притащили? Она вообще не при делах. Ты еще скажи, что твоя Алинка случайно в автосервисе оказалась.
Конечно, не случайно. Но тогда, надо полагать, и возле моего дома она оказалась не просто так. Конечно. Что же она здесь делала? Она посла беспредельщиков из автосервиса. Правда? Да. Мило. И что ж такого важного она напосла? Например, ваш товар. Она знает, где тайник? Я знаю. Все. Больше нет ничего. Это что значит, вся эта бодяга из-за стволов? Стволы хорошие, расхожие. Вопрос. Давай. Для чего все это? Вить, я думаю, это все для того, чтобы стрелять. Спасибо, Стёп, что объяснил. Я хочу знать, кто, когда и почему собирается стрелять. Я думаю, что Македонский купил это оружие для своей братвы. Нет. У македонцев своего оружия навалом. Хоть металлолом сдавай. А ты мне часом не врешь, Игорек. Так зачем, по-вашему, я туда сам поперся? За Алиной можно было пару быков послать. Где же этот тайник? Ну, как вы думали, в автосервисе. Если бы не эти уроды, товар был бы уже у вас. Че ты баки заливаешь, падла? А я вообще хотели из города свалить, не поспать. Рот закрой! Сможешь достать товар? Смогу. Значит так. Сестра твоя пока побудет у меня. Уберешь всех троих. Свидетели мне не нужны. Привезешь товар, отпущу вас вместе с сестрой. Если через час товара не будет, я подтяну туда свою бригаду, она этот сервис с землей сравняет. Сам понимаешь, Игорек, другого выхода у меня нет. А люк твою и охранником отдам. Вот так и было. Договорились. Слышь. Сучонок, скажи, чтоб мою машину пригнали. Ну что же ты, пошли кого-нибудь, раз человека просит. Сейчас. Пошли. Если на них хоть одна царапина обнаружится, я тебе все пальцы сломаю, ты меня знаешь. Хороший такой агрегат. Что делать будем? Операм звонить? Да не-не-не, македонский все равно отвертится. Автосервис искупать не запрещается. А насчет тайника скажет, мол, знать ничего не знал. Руша. Атош. А. Вот такая партия. Это виллы. Это тюрьма. Ну ладно, Вить, ну что тюрьма-то сразу? Это тюрьма. Ну какая тюрьма? Поедем ко мне. У меня дом в деревне. Охотиться будем. На рыбалку ходить. В Бочуткино? Да в Тараскино, в Тараскино. Ладно, парни. Решайте. У меня никого нет.
генерала Фролова, будьте добры. Личный секретарь Борис Михайлович Македонский. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Меня зовут Игорь, я бывший помощник Бориса Михайловича. Геннадий Иванович, у Македонского вашего товара нет и не будет. Но у меня к вам есть деловое предложение. Может быть, одной с ВДРчикой обойдемся? А на танке лучше. Вообще стрелять не надо. Туда-сюда проехали. И поселок в руинах. Шутник? Ничего, мы готовы? Да, пойду за машиной. Эй! А что, вы собираетесь со стволами пешком идти, что ли? Мужики, у нас проблема. Оружие на стол, два шага назад. Клади, клади, кому скажу. Давай. Тихо, тихо, тихо. Не дергайтесь. Разговор есть. Ты вот что, расставь своих бойцов по всему двору, так, чтобы мышь не проскользнула в случае чего. Понял, Борис Михайлович, сделаем. Когда Игорь привезет товар, проверь, все ли на месте, и закончи с ним. В смысле? В смысле прямом, совсем закончи, чтобы я о нем не слышал никогда. Хорошо. А что с девчонкой делать? Ну, это ты уж сам решай. Клуб теперь тебе переходит. Так что думай, нужна она тебе или нет. Спасибо, Борис Михайлович. Сделаю. Только смотри, не облажайся в первый день бригадирства. Давай, давай, иди, займись охраной. Так что вот такие дела, ребята. Либо я вас всех здесь положу, либо вы мне поможете вернуть Алину. Думайте, только недолго. Поможем. Уже руки можно опустить с земли? Опусти. Только учти, если что, я первый успею. Я сейчас подгоню машину, и мы погрузим этот барахло туда. Зачем? Если милиция найдет в доме Македонского этот арсенал, у нее все вопросы отпадут. Не, ну мне пофиг. Если хотите повесить хранение огнестрела на себя, это ваше дело. Но только после того, как Алина вернет. Ты машину подгони. Давай. Скажите, чтоб в сторону дышал. От него луком несет. Потерпишь. Недолго осталось. Время. Борис Николаевич, он прибыл. Прекрасно. Пусть пустят. Пускай. Да, и действуй по плану. В смысле? Как договорились. Здравствуйте, дядь Боря.
я убью ее. Сделайте еще шаг, я убью ее. Антон, пристрели его. Стоять! Стоим. Мы стоим, дядь Боря. Ты, главное, не дергайся. Ага. Антон, ты стрелять будешь? Боюсь зацепить твою сестру. Значит, не будешь. Отпусти Алину и уходи. Если ты через 10 секунд не уйдешь, я тебя сам лично убью. У тебя осталось 9 секунд. 8. Если вы нас не выпустите, я убью ее! Тогда ты точно отсюда живой не уйдешь. 7, 6, 5, 4, 3. Ну? Кто из вас будет стрелять? Можно я? Не надо. Никто. Уходи. Орла забыли, дядь Борь. Уходите отсюда, пока менты не нагрянули. Алинку с собой заберите. А ты? Кто-то должен ментам объяснить, что здесь произошло. Иначе кипиш на весь город поднимется. Игорь, ну тебя арестуют. Да кто арестует? Была на ментов прикормлена, выкручусь. Слушай, хорош, пойдем с нами. Идите, идите. Всех из последствий вытащить не удастся. Не подскажешь. Для чего же? Здорово, Том. Ты это видел? Вить, рассуди, я что-то не понимаю. Вот что лучше, закрыть дырку в стене или снести стену? Ты это читал? Да я не читаю газету. Что случилось? Читай. Что тут? Бизнесмен и меценат, владелец сети автосалонов Александр, обнаружен в собственном автомобиле на 30-м километре. Дядя Боря? Дальше читаю. В коттедже бизнесмена сотрудник правоохранительных органов обнаружили 12 мертвых тел, принадлежавших личной охране. Туша, 12 трупов. 12. И не смог правильно. Я что-то не догнал. Какие трупы-то? Они живые были, когда мы уезжали. Были. Были. И македонские были. Отставили нас.